ё-моё, я хочу. Ара, вот макупак. Ай. А. Ого, шо у тебя с лицом? Ой, спасибо, что заметил. В салоне красоты была сегодня. И что, он был закрытый? Details from her youngest children, who are just 6 and 7.
But Alexander, who celebrated his 16th birthday last week in Rome, is old enough. Миш, ты чё? Ну прости, я тебя испугала. Вот опять меня мама зовет. Ой, яичко с мясом, понесу маме. Меня мама позвала. Оказывается, началась программа Малахова. Я не пропускаю ни одну из его программ. Я знаю, что он купил букет маме на день рождения, но хочу сейчас поставить его в неловкую ситуацию. Держи, вау, все. Спасибо большое! Чего спасибо? Давай, спасибо большое. Это не тебе, Тань. А кому? Это маме, я же тебе сказал. Ну ладно. Ну на, держи. Спасибо. Да какой спасибо, это маме моей. Я же знал, что я люблю подсолнухи. Какой ты классный все-таки. Давай я тебе потом букет куплю. Ну хорошо, просто ты уже мне их дал. И получается, мне нужно их обратно отдать? Я дал тебе подержать просто. Ничего страшного. Мне тогда потом подаришь. Ты куда? Новый покупать.